Еще одним из поручений губернатора округа стало обеспечение пожарной безопасности Неси, Омы и Усть-Карым. Создать посты и условия для работы профессиональных пожарных в этих населенных пунктах глава региона поручил своему помощнику Олегу Поздееву и вновь назначенному на должность председателя комитета гражданской обороны Ненецкого округа Сергею Боенко. К решению этого вопроса должен подключиться и отряд государственной противопожарной службы, который перешел с 2015 года в ведение округа в связи с передачей соответствующих полномочий. Предыдущие годы решить проблему не удавалось в связи с недостаточным финансированием, выделяемым областью. В населенных пунктах округа сегодня функционируют 15 пожарных подразделений. Две пожарные части в Красном и Великовисочном со штатом по 5 человек и 13 пожарных постов по 3 сотрудника. В целом численность отряда государственной противопожарной службы составляет 63 человека. Еще 9 человек планируется трудоустроить в пожарные пункты Неси, Омы и Усть-Кары. Для их открытия в муниципалитетах понадобится построить пожарное депо, либо подобрать приспособленное помещение для несения службы пожарных, приобрести технику и подготовить специалистов. Финансирование учреждения предусмотрено государственной программой НАО «Обеспечение гражданской защиты Ненецкого автономного округа».